Авария в Тирасполе. Примерно в час дня у Парка Победы столкнулись иномарка и микроавтобус – спецавтомобиль МВД. Он ехал с проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице Мира. На перекрестке столкнулся с Фордом. Тот выезжал с улицы Синева. От удара микроавтобус опрокинулся на бок. Есть пострадавший. Это водитель легкового авто. Его увезли в РКБ. Поступил пациент с подозрением на сотрясение головного мозга, мужчина. Мы запланировали на завтра компьютерную томографию. На сегодняшний момент он стабилен. Есть легкая неврологическая симптоматика, но так ничего угрожающего жизни. Завтра сделаем компьютерную томографию. Если все будет хорошо, то отпустим пациента домой. Все страшное случилось. Я даже не видела водителя. Говорят, отвезли на скорой. Вроде бы как не очень хорошо ему. Причины ДТП и обстоятельства выясняет милиция.